Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. В Твери стартовал судебный процесс по делу бывшего директора государственной управляющей компании «Тверь». Егор Рябков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении денежных средств. В случае, если вина должностного лица будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела все отрицает. Большинство из того, что было зачитано, это, я бы сказал, откровенная клевета. На Мигаловской набережной продолжается обрушение грунта. За неделю растущая буквально на глазах яма отвоевала очередной кусок тропы и вот-вот дойдет до проезжей части дороги. Оно все больше и больше. Вот было вот по сих пор, а теперь вон. Май, каким он должен быть, после длительного периода непо-весеннему жаркой погоды и короткого похолодания, температурный режим на территории Верхневолжья возвращается к нормальным значениям. В течение грядущей недели столбики термометров днем будут подниматься до 18-22 градусов тепла, а в ночные часы воздух будет прогреваться до плюс 4-9. Впрочем, риск ночных заморозков все еще сохраняется. Понижение температуры кратковременное, по-видимому, в пятницу.